These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Всем привет, с вами Evil Nerd, и сегодня мы продолжаем работать на Рикардо Диаса. Сегодня нам помогает Лэнс Вэнс. Лэнс Вэнс? Серьезно? О да, Тони издевается над бедным Лэнсом. А мы летим разбираться с теми преступниками, которых в прошлой серии мы выслеживали. Так, у нас есть какой-то пулемет, скажем так. Фига себе вертолетов. Куда они летят? Что ты меня выслеживаешь? Вы нельзя все на самолете сделать, на вертолете, то есть. И ты мне помогать не будешь, да, насколько я понял? Ну так всегда. Ты делаешь всю грязную работу, а позже убиваешь всех самолично, да? И тебе никто никогда не помогает. Серьезно. Это уже, знаете, в традицию входит. Убиваешь людей, но всегда сам. Тебе никогда никто не помогает особо. Прям как и британцы, британская компания Call of Duty. Да я знаю, что уже, наверное, достал вас с ними, но... Они меня возмущают, серьезно. Они хуже всех в той игре, и за ботов, и в роли ботов выступали. Не ходили, не помогали тебе почти что, где-то сзади отсиживались. Капитан Прайс даже не позволил убить мне одного из фашков пленных в одной из миссий. Что потом сам убил его. Че, мы висим? Дальше летим, дальше, Вэнс. Вэнс. Кто там? Ах ты ж мелкий гаденыш, хотел нас пострелять, у тебя ничего не получится. Сразу приношу извинения, если на заднем фоне вы снова слышите какие-то звуки странные, но в этот раз это не моя еда готовится, а моя соседочка, не знаю, красивая, некрасивая, я ее не видел ни разу, но она, наверное, снова слушает какую-то попсовую русскую херню. Не знаю, слышно ли сейчас, но я сижу возле стенки, мне прекрасно все слышно. Да ты серьезно? На дороге, у тебя? А ты кто такой? Давай, до свидания. Так, нам дадут эту пушку, нет? Дадут, надеюсь. Ну, давай, выходи, выходи. Томми. О, да, нам дали этот пулемет, шикарно. Знаете, там 100 патронов всего лишь, но он жутко мощный. Давайте его оставим на потом, у нас есть... Что есть? Кругер. Он тоже с увеличением. Но зато он... Можно его купить в магазине. Так, откуда? Откуда? Идем аккуратненько. Нечего тратить лишние патроны. Убили. Убили. Менты уже заинтересовались мной. Надеюсь, что они не приедут сюда. Все, этого нету.
И тут еще один. Да. Все. Без единого ранения мы проходим внутрь. Так, нужно как-нибудь снять на того упыря. Как же туда зайти, либо так более-менее? Тут мешают колонны нормально прицелиться. А вот так, если... Не видно, да? Ну что ж, давайте зайдем. Быстренько мы так прицелимся. Так. Убили того. И идем дальше. Пока что идем хорошо. Перезаряжаться не надо нам, не знаю. Я не помню, как тут перезаряжаться, честно говоря. Можно ли вообще в этой части GTA перезарядить оружие? Ну, колесико мыши смог перезарядить. Ребята, ну где вы? Где вы, ребята? Я хочу с вами поговорить на языке оружия. Откуда? Откуда он стреляет? Откуда? Ты сквозь стенку меня ранил, ты знаешь? Ты мне должен 7 единиц... 7 единиц этого... бронежилета. Давай, Лэнс Ванс, возвращайся, я не хочу тут умирать. Полетели отсюда. Извините. И... Да, мы улетаем отсюда, ура. Мы сделали тут невероятно сложную, эпичную миссию. Заработали аж целых 2000 баксов. А теперь, если вы мне позволите, я поеду закупаться в магазин. А на карте у нас появилась еще миссия за... За кого? Кто у нас на А? Я забыл, честно говоря. Что? Что? Что вы делаете? Ребят, что вы делаете? Нет! Не убивайте меня, не убивайте меня. Я случайно... Фух. Видите, какие они, блин, дерзкие. Мне помогают их боссу, они меня пытаются убить. Стоп. Стоп. Что? Что, что, что? Стой, стой, стой. Во-первых, созвонил телефон, а во-вторых, видите, здание. Там все как-то странно. Давайте поговорим по телефону. Кортес. А, это... Нет, это не Кортес. Смотрите, у нас же 3 миссии. А кто на? Это, по-моему, вот... тот ковбой, что ли, на у нас нет? Ней Армандо. Да, это кто-то ковбой. Я думал, за него миссии закончились уже. А сходу нет. Так что следующая миссия у нас будет достаточно интересная. У нас сразу 3 разных работодателя нам интересуются. Так что, всем спасибо, кто меня смотрел. И до новых встреч!